Находимся мы в центральном ремонтном боксе Hyundai Auto Georgia. Сегодня суббота и не очень много людей здесь, а то обычно здесь очередь. Автовладельцы приходят сюда на ТО своих машин. Здесь работают профессионалы, и поэтому, конечно же, свою машину лучше привозить в автоцентр, а не заглядывать в какие-то левые профилактики, где неизвестно кто, неизвестно как, неизвестно каким образом тебе заменит. Так что ТО только по месту назначения.